11 октября, в день памяти святой преподобномученицы Елизаветы Феодоровны, Марфа Мариинская обитель отметит престольный праздник. В этот день в обители будут совершены две божественные литургии. Ранняя в 7 часов в храме святых Марфы и Марии, поздняя в 9 часов в Покровском соборе. Ее возглавит епископ Верейский Пантелеймон. После богослужения гостей ждет праздничное чаепитие. В 12:30 в Покровском соборе состоится лекция профессора Алексея Ильича Осипова на тему «Как быть христианином в современном мире». Приглашаются все желающие. Вход по бесплатной регистрации. В этот день впервые будет открыт дом-музей великой княгини Елизаветы для свободного посещения. Также будут проводиться экскурсии и благотворительная акция «Больше, чем продукты». Завершит праздник благотворительный концерт струнного квартета Большого театра в Доме русского зарубежья имени Солженицына. Начало в 19 часов. Адрес: Москва, Большая Ордынка, 34.